Сегодня мы рассмотрим две игрушки. Два трансформера от компании Tecmo's Hands. Это китайская фирма, но делает довольно неплохие реплики. У нас неплохие. Две модели. Неплохие, да. Это хороший, это плохой. Здесь у нас два трансформера. По модификации это у нас трансформер номер F-504. Это плохой. Это хороший. А это трансформер F-506. Посмотрим, что внутри у нас в этих коробочках. Да. Не надо так злостно смеяться, Тёмыч. Коробочку, что вытаскивай, что у нас здесь, смотри. Что у нас внутри? Вот такой вот, да? Вот такой он вот. Он хороший, да. Да плохой. Вот такой вот динозавр. Похож такой на носорога чем-то. Такие два резиновых мяча. Качество пластмассы довольно-таки неплохое. Неплохое. Да. Тебе кажется, что плохое, да? Нет! Хорошее качество, да? Си! Ласки! Развязываем. О, плохой! Да. Развязываем его. Так. Хорошо. Прикручиваем к упаковке. И у нас еще тут хвостик. Вот здесь сейчас мы открутим хвостик. Мы уже сам отрежем. Давай. Вот, пожалуйста. Такой динозаврик. К нему еще идет инструкция. Предназначена игрушка детям до 3 лет. У нас 3 года, поэтому пользоваться такой игрушечкой уже ему нужно. Ну и собираем. Не робота. Это не робота собираем, да? Нет. Посмотрим поближе его, давай. Рассмотрим. Отдай. Вот такой у нас динозавр. Отдай. Отдам сейчас, подожди, не торопись. Такой вот динозаврик у нас. Попытаемся его собрать. Так, у нас... Не плачь! Не хочешь собирать? Ну, сделаем из него солдатика. Хочешь? А что так? Так? Ну, пускай будет так. Дай. Хотя можно собрать вот так вот и взять его. Видишь? Так не так. А, хвостик. Так. Хвостик. Вот него. Так. Еще. Вот так вот, да? Махать хвостик. Хвостик. И кочек. Второго будем открывать? Да. Давай, открываем второго. Вот второй. Вот такой вот. Похож на тиранозавра или... Плохой. Тоже плохой, Тёма Гамма. Да, Лоси. Это хороший. Вот у нас будет хороший драться с плохим, да? Меч дашь ему или нет? Не, не так. Не так? Вот так, подожди. А, я робот. Я робот? Хорошо, вот еще там вот так. Так. Вот вторая вот игрушечка. Динозаврик. Он плохой. Он плохой. Даёши. А это хороший, да. Смотрите, тоже идет инструкция. О, это как собирать. Нет, да, динозавра. Касеньки. Одевашка, касенька. Он плохой. Плохой? Да. Вот такой вот динозавр.
и так здесь, и так, и так, и так. Очень хорошего качества пластик. Ова! Пластмасса, да. Ова! Резиновый хвост такой. Дай! Сейчас дам. Руки, голова пластиковые. Не так! Не так? Вот так. А, вот так вот, хорошо. Крылышки такие тоже получаются резиновые. И хвостик. Вот так, плохаечка. Плохая, да? Во, лети! Хорошее качество сборки. Нареканий нет на данную игрушку. Ну и таких же два резиновых мяча, пожалуйста. Дай! В дальнейшем я вам покажу, как его собирать.